дорогой мой внучок Ярослав, я письма твои получил. Очень огорчен, что не мог с тобой встретиться. Но я знаю, что ты занимаешься спортом. Ты хоккеист. Потому тебе желаю в руках-ногах крепости, отличного настроения и здоровья. И поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Желаю счастья, благополучия, удачи. И надеюсь, что в новогоднюю ночь все твои желания и мечты обязательно сбудутся. И подарок ты обязательно под елочку получишь. Это я говорю, главный зимний волшебник, российский Дед Мороз.